За минувшие выходные сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 6 килограммов наркотических веществ. 10 марта сотрудники патрульно-постовой службы выявили факт незаконного хранения вещества с признаками наркотического. Так, по пути следования в дежурную часть полицейские заметили, как молодой человек, находясь в автомашине ППС, совершил сброс пакетика с неизвестным содержанием. Проведенной экспертизой установлено, что вещество является гашишем массой 3 грамма. По данному факту дознавателям возбуждено уголовное дело. При проведении допроса задержанный дал признательные показания, пояснив, что гашиш изготовил для собственного употребления. 10 марта в Шагонаре в ходе проверки сообщения на территории одного из кафе сотрудники полиции обнаружили мешок с наркотическим веществом. Проведенной экспертизой установлено, что вещество является марихуаной весом около 6 килограммов. Сотрудники полиции установили владельца указанного вещества. Им оказался 32-летний ранее судимый житель города Шагонара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. При допросе фигурант уголовного дела дал признательные показания и пояснил, что марихуану собрал для собственного употребления вблизи города Шагонара. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.